Привет, я снова с вами. Я сегодня в магазине покупаю нитки для шитья. Посмотрите в моей корзине. Когда я вот эта бобинка, $7. Но остановилась я не из-за этого. Хочу вам снять вот это вот. Видите? Модель мини-домиков. Посмотрите, вот она здесь находится. И к ней вот целая стойка всяких принадлежностей. И диванчики. И подушечки до диванчиков. И столы письменные. Смотрите на это чудо. Такие всякие наборчики для постели. Цветочки. Это вот для такого домика. Вот для этого домика. Вы можете купить и сделать вместе со своими детьми. Вот смотрите, для домика такие, видите, вот мини модерн для домика. Вот такие вот, смотрите, всякие принадлежности для кухни, бутылочки, смотрите. А вот вы можете купить и вместе со своим ребенком очень-очень интересно провести время. Вот смотрите, намасте для занятия йогой. О, я не могу. Как смешно все это. Даже смотрите, вешалочки для одежды ваших куколок. Вот смотрите, креслице какое. Цена. Посмотрите, как американцы могут делать на всем этом деньги. Многие в Америке здесь и взрослые, да, взрослые женщины и мужчины играют в такие штуки. Ну что я вам могу сказать? Интересное занятие. Да. Смотрите, а велосипедик. Ой. У нас такого не продают. Я не видела. Посмотрите. Половички. Вязаные. Цена. Можно самому навязать. И продавать через интернет. Такие картины, смотрите, наделали. Ой-ой-ой-ой, как красиво. Ну, в общем, что я могу вам сказать, что класс. Для деток, все, смотрите, вот Лего, сколько всего. Это магазин Михаил, да, Михаил. Но я пришла именно за этими, за нитками. Думаю, найду я на свалке, не найду, а нитки мне нужны для того, чтобы шить. Я сейчас шью. Купила себе машинку и шью. Занимаюсь новым бизнесом. Какие сайты. Класс. Это вот все такие штучки, сердца. Люди берут, делают, украшают и все это продают. Смотрите, сколько тут количества. 14 штук. Ну, такой вот. Кстати, ручной этот бизнес, тот, который люди делают все руками, очень-очень здесь приветствуются. Люди с удовольствием покупают это. Потому что не китайское, а сделано своими руками. Вложено душу вкладываю. Вот так вот. Ну вот я жила у своей хозяйки Анны. И она, кстати, да, занималась, ну и сейчас занимается вот этим бизнесом. Ну и очень профессионально у нее выходит. Она не просто там, просто камушки складывает.
Она еще людей, людям рассказывает, что эти камни, ну, для всего. И для того, и для того, и для всего. И для удачи, и для здоровья, и чтобы вы замуж вышли удачно, и было у вас все хорошо. Искусственное все. Вот это все, друзья мои, все. Не слушайте никого, это все искусственные камни. Ну все, люблю, целую. Красивые вам камушки на прощение. Пока. Знаете, что я так же сама страдаю от войны, как и вы. Несмотря на то, что я... Смотрите, вот я в камере. Несмотря на то, что я живу в Америке. Вот видите, меня в телевизор показывают. Ну все, люблю, целую, обнимаю. Здоровья вам.